Всем огромный привет, добро пожаловать на мой канал. Сегодня у меня будет снова закупка из магазина Лента. Ну, получается, где-то раз в неделю я езжу, редко, когда реже. Вот, кстати, между делом я ничего не покупаю. То есть вот я закупилась и все. Редко, когда докупаю хлеб, булку, очень редко. Обычно нам хватает того, что купили. Вот, и в этот раз у меня получилось тоже где-то на 9, почти 9100 закупка, но я купила много, ну как много, купила крупы, которые закончились у нас, и в общем сейчас все увидите. Итак, вот такая вот у меня закупка, как всегда много, еще там лежит. Вот, давайте начнем по традиции с мясом. Купила фарш, много упаковок, что-то у нас прямо у племяша котлетки идут, у всех котлетки идут. Домашний фарш, еще его взяла тоже на лазанью, мама будет делать. Так, также две упаковки куриных грудок. Я уже говорила, косточка на бульон, мясо на так называемые наггетсы. Ну, в общем, куриная грудка в панировке. Дети у меня любят такое кушать. Дальше, сардельки свиные, вот такие Дымов. Кстати, очень вкусные сардельки вот взяли. Ездила я с мужем, уже вечер. Вот, колбаса докторская. Вот такой взял муж. И вот такой вот тоже Дымов салями итальянская. Муж мне говорит, что надоела эта квадратная лентовская колбаса, поэтому взял вот такую. Также он у меня взял кусочек вот такого. Боже, я вот на самом деле сама обожаю вот эту штуку. Сало белорусское. Боже, но стараюсь ограничивать, конечно, но обожаю. С хлебушком просто вот могу... Хлеб, сало, кофе, вообще вкусно прям. Дальше здесь сыра много взяла, потому что я взяла баклажаны, буду их запекать. Российский сыр, еще один кусочек российского сыра. И вот такой пашихонский еще сырок. У меня здесь молоко. Взяла на пробу маме вот такое молоко лентовское на закваску. Не знаю, как оно пойдет, не пойдет, но по составу оно хорошее. То есть молоко цельное, а молоко обезжиренное. Видите, 2,5% жирности, и по сроку годности тоже хорошее. Не знаю, попробует мама 1,70 л сразу здесь заквасить. Потом скажет, если что, хорошее или нет. Как обычно, вот это, которое у нас идет на блинчики, на кофе. Еще муж у меня взял вот такую огромную сгущенку. Вот, я, кстати, люблю какое сгущенное молоко? Алексеевское, да, вроде бы так оно называется, но... Муж у меня взял вот такое. Сейчас посмотрим состав. Нормализированное молоко, сахар. Вот. Ну, вроде бы без всяких-всяких гадостей. Так что должно быть нормальное. Ну, попробуем, не знаю. Нам должно надолго его хватить. Также у меня здесь вот такие слойку Свердловскую. Кстати, я недавно в книжном влоге рассказывала о том, что я читала книжку про кота, хозяйка которой любила свердловские слойки. Я их тоже обожаю. Вот у меня муж зачем-то взял две штуки, хотя, ну, я съем, наверное, кусочек. Так, хлеб, Геркулес, хлебный дом. Здесь у меня еще Дарниц. Да, это Дарницкий. Нет, вот такой столовый хлеб от Каравай. И еще муж взял вот такие, нравятся мне вот эти булочки на завтрак. Он иногда с собой, когда у него нет возможности пообедать, он иногда с собой делает такой бутерброд, фольгу заворачивает и в машине кушает. Так, дальше набрали вот такие штучки еще. Очень у меня муж их любит. И мне нравятся вот эти с белым шоколадом. Я их, кстати, не раз показывала, но я их покупаю, когда есть скидка. Скидка на них, то есть они так стоят вроде бы 45 рублей, а когда скидка 29 рублей, вот тогда покупаю. А вот эти у меня уже любят мужчины с бананом, которые я люблю с белым шоколадом, очень вкусные. Масло Вкуснотеево, как обычно. Здесь у меня творожный сырок. Муж тоже взял вот такие вот. Вот такие. Ну, кстати, Хухланд вкусные они. Так, дальше у меня здесь чай. Это я маме взяла. Мама попросила себе зеленый чай без добавок обычный. Вот такой. Не знаю, вкусный, невкусный будет. Вот. Мне кажется, я такой не покупала маме еще. Это муж себе взял на работу вот такие сливки. Вот. А дальше взяла вот такую выгодную упаковку. Вторая коробка бесплатно. Такие дуо. Это у меня дети очень любят. Сейчас и племяш с нами же живет, поэтому как раз мальчишкам на завтрак. Так, дальше у меня здесь рис гигант. Очень вкусный гигант рис.
Прям вообще с удовольствием у нас все его едят, поэтому взяла две упаковки, они были со скидкой. Также взяла вот эти листы для лазаньи. Потом вот такие макарошки взяла, ну, это для супа. Вот такие тоже были со скидкой, бантики, у меня тоже мальчики любят. И вот такие тоже макарошки. Вот эта фирма, кстати, очень хорошая. Она часто бывает в ленте на скидках, и макарошки очень вкусные. Так, взяла вот такой кетчуп томатный. Потом это у меня муж взял с горчицей. И еще вот такой вот бургер. Ну, это видно вот к этим булочкам, наверное, муж взял. Дальше здесь у меня вкусняшки. Взяла вот эти мини-сушки с солью. Очень меня любят мужчины. Взяла баранки. Взяла шоколадные вот такие от Хлебного дома пряники. От Хлебного дома, кстати, очень вкусные прянички. Поэтому советую. Дальше картофельный крахмал. Мама меня просила. Вот еще забыла показать вот этот соус терияки. Соусом я его там завалила. И вот здесь вот я купила бананы. Их свежие только привезли. То есть, ну, вытаскивали из упаковки. Поэтому я взяла сразу две ветки. У меня мужчины любят бананы. Кстати, когда они вкусно пахнут, я тоже с удовольствием ем. Так, еще здесь купила я из фруктов черешню. Но видите, какая она уже. То есть, видите, весь пакет. То есть, я ее там выбирала. Но зато черешня уже по 139 рублей, считайте 140. Она хорошая, крупная, но попадается там гнилая, поэтому мы ее сейчас намоем, в общем, съедим в первую очередь. Дальше, овощи. Из овощей я взяла перцы. Перцы написано «ласточка» по 50 рублей за килограмм, но на самом деле мама говорит, что это не ласточка, то есть это какой-то другой сорт. Мы не знаем какой, но в ленте он все время продается как ласточка. Он толстостенный и очень хорошо идет на лечо. Вот я взяла два пакета, я не знала, нужно было... Ну, в общем, мы его замораживаем целым или мама делает из него лечо. Лечо мама делает вместе с луком. И получается очень вкусно. Мама говорит, что возьмет... Ну, я взяла много фарша еще, думаю, мало ли, нафаршируем перчики. Но мама сказала, что они очень хорошие, ей понравились, поэтому она сделает лечо. Ну, сколько получится, немножечко банок. Потом я съезжу, докуплю еще. Вот, так что я когда покупала, думала, либо я заморожу, либо мама сделает лечо. Мама решила сделать лечо. Правда, немножко получится. Ну, ничего, я потом съезжу еще куплю, докуплю на лечо. Так. Здесь у меня еще баклажаны, которые стали уже подешевле, по 60 рублей. Я делаю из них лодочки. Вы в предыдущем видео-влоге, кто смотрит мои влоги, видел, наверное, как я их делаю. Так, дальше огурцы по 60 рублей и помидорки. Ну, а немножко тоже по, считайте, 90 рублей. Так, и еще муж у меня взял вот такой огромный арбуз. Он, правда, тут грязненький такой. И вот чек от арбуза у нас прилипает сюда по 20 рублей за килограмм. Большой арбузик у нас получился на 11 килограмм. Стоимость 200, ну, почти 225 рублей. Вот такой арбуз. Вот он большой. Муж притащил. Также у меня здесь картошка. Муж сделал вот такую большую сетку. Вот эта мелкая картошка, которая молодая, она там очень мелко лежала. Прям вот такая. Поэтому мы решили взять сетку. Здесь сразу 5 килограмм. Хотя я не люблю брать сетку, потому что, ну, она портится быстро. Поэтому да. Вот. И взяла лук тоже. Видите, не очень хороший лук как-то был, поэтому взяла немножко, вот совсем по 30, считайте, почти по 36 рублей за килограмм. А вот эта сетка, по-моему, 170 рублей 5 килограмм стоила. Так, и я взяла 9 килограмм порошка. Думаю, пока я с мужем, вот эти 9 килограмм надо взять. Тем более он стоил 650 рублей вместо 1500. Ну, прям красота. Вот, поэтому я взяла, муж мне их дотащил. Еще взяла салфетки, вот такие универсальные и антибактериальные. Так как мы ходим сейчас за грибами и так далее, то антибактериальные это я брошу в машину. Ну, то есть с собой в поход, скажем так, возьмем. А это у нас дома. Также туалетную бумагу. Я, кстати, вот иногда туалетную бумагу беру, надо, не надо. Я все равно ее беру как-то по привычке. Вот я даже не знаю, по-моему, у нас еще не закончилось, но я взяла еще. На всякий случай. Так, и вот такой новый аромат.
Я бы такой раньше не видела, кстати, у нас в ленте. Тоже был со скидкой вот этот вернель. Тоже его взяла. Так, это у меня муж себе губку взял, машину. И купила еще вот эту вот штучку для швабры. Увидела ее, она не всегда бывает в ленте. Вот это для вот этой моей швабры. Очень классная швабра, мне она очень нравится. Я, кстати, посмотрела, в моей ленте этой швабры больше нет, к сожалению. Но я ее покупала где-то около 1000 рублей. 999 или 950 рублей вот эту швабру. Тоже меня часто спрашивают про нее. Швабра просто потрясающая. Она даже вот за счет вот этой губки, она полирует. То есть вот, например, средство Faberlic я наливаю, да, которое для кухонь используем. Я мою полы на первом этаже. У нас кафель. И она просто... Полы блестят. На втором этаже у меня ламинат. Добавляю средства, ну, для мытья пола, там мистер Протер или еще какой-то. Хочу сейчас в Faberlic тоже сделать заказ. Вот. И просто натирает, оттирает все. Мне очень сильно нравится. Вот. Единственное, что говорят, что эти швабры отличаются вот этой частью. То есть те, которые подороже, у них вот эта часть побольше. Ну, я не знаю. Мне кажется, для обычной квартиры можно и поменьше взять, и будет потрясающе. Вот такая вот штука очень мне нравится. Вот этой штуки, кстати, хватает надолго. Ну, мне на год точно хватает. Потом я ее меняю только потому, что она вот здесь вот стирается. Стираю вот эту губку. Я в стиральной машинке на обычном режиме, там, 30 градусов, 20 минут она у меня стирает, 800 оборотов. С обычным порошком и вообще отлично. Так что швабру я советую, но поищите, где она есть подешевле. Вот так вот. Так, дальше. Также из-за того, что сейчас будем ходить в лес, купила вот такой. Мне, кстати, очень нравится этот Garden. Он, правда, вонючий, но он действительно хорошо очень отпугивает. Вот сколько мы ходим по лесу, я все время покупаю вот этот Garden, и он отпугивает, я не знаю, как клещей, может, там просто не попадались, но всякие мошек и все остальное очень хорошо. Вот я взяла такой универсальный, так как сейчас клещи не особо активны, но вот такую все равно я обязательно прыскаю детям на одежду, то есть на обувь, ну, на нижнюю часть в основном. Просто прошу их закрывать личико ручками, и все. Быстренько попшикала прямо на воздухе, и все отлично. Но он вонючий, сразу предупреждаю, но очень хорошо отпугивает. Яйца, как обычно, 3 десятка, куриные C0. Здесь у меня соки мультифруктовые, яблоко, яблоко, ягоды. И еще вот такой фанту муж взял, лимонную. Говорит, что вкусно. Так, дальше у меня здесь вот такие вкусняшки детям. Ну, куда же без вкусняшек. Такие червячки и вот такие вот тоже штучки. Вот эти, кстати, кислые. Пакетики котам, как обычно, тут выяснилось, что они у меня любят только вот такие. С томатом. В общем, тоже маме нервы треплют коты. И это в кашу для собаки. Макароны вот эти спиральки, ячка и пшеничка. Так что вот такая вот у меня была закупка. Сейчас вам покажу чек. И вот чек. Вот, видите, насадка для швабры стоит 379 рублей, но ее хватает надолго, очень надолго. У меня где-то год, наверное, да, она где-то, примерно эта насадка была, с учетом того, что я очень часто мою пол, поэтому... Да. Так, и вот сумма 9073 рубля, скидка составила 3280. В кассу я отдала 9073 рубля. Я надеюсь, вам понравилось такое видео. Оно было для вас полезным и интересным. Не забывайте подписываться на мой канал. Ставьте пальчики вверх. Мне это очень приятно. Оставляйте свои комментарии. Всех люблю, целую и до новых встреч.